3 декабря 2016-го на Сочи обрушился шквалистый ветер и шестибалльный шторм. Вместе с поваленными деревьями в центральной части города и потопленными зданиями в Адлере волны полностью разбили центральную набережную поселка Лао. В море унесло сотни тонн насыпной гальки с пляжа, брусчатки с прогулочной зоны и даже элементы подпорной конструкции. В летний период это один из самых популярных у туристов уголков курорта, поэтому решение главы города о восстановлении было принято практически сразу. Выделено из городского бюджета порядка 30 миллионов денежных средств. Соответственно, было разработано техническое решение по восстановительным работам, аварийно-восстановительным работам. На сегодняшний день проектные работы завершены. Если деньги на восстановление подпорной конструкции выделены из городского бюджета, то более 10 миллионов рублей в создание инфраструктуры на центральной набережной Лао намерены вложить местные предприниматели. Они готовы создавать зеленые уголки, укладывать брусчатку на прогулочной зоне, устанавливать лавочки и монтировать освещение. Туда же будет входить также и отсыпка пляжа, его небольшое увеличение в рамках возможного, то, что мы успеем до курортно-летнего сезона. Все предприниматели откликнулись на эти мероприятия, и в полном объеме будем восстанавливать набережную, как и было в прошлом году. Сейчас на набережной уже ведутся подготовительные работы к строительству подпорной стены. Строители выкапывают ров и создают так называемый башмак – металлокаркас для будущей конструкции. В ремонтных работах задействовано около полусотни человек и тяжелая строительная техника. По проекту реконструкции необходимо восстановить 640 метров опорной железобетонной стены. Подрядчик обещает, что новая набережная будет готова уже к началу высокого сезона. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.